чуть-чуть солить. Добрый день, к нам пришли серебряные и бронзовые призеры в соревнованиях спортивных пар. Я думаю, что мы пока ждем чемпионов, попросим их прокомментировать свои сегодняшние прокаты. Мы сегодня, безусловно, довольны своим прокатом. У нас получился чистый прокат. Практически все элементы сделали. Может быть, там на простых элементах, на прыжковых, там все попало. В основном все получилось, и мы очень рады, что наконец пришли в себя и смогли катать чисто, без ошибок. Какие комментарии? Я тоже, безусловно, доволен прокатом Федора. Ну, естественно, мы тоже практически справились со своей программой. Единственная была ошибка нас. Могли бы еще добить, так сказать, но ребята, так должно быть. Ну, в общем, в целом мы справились со своей программой. Я считаю, что уже первый шаг каким-то серьезным стартом, серьезным выступлением мы сделали. И к нам присоединились чемпионы России 2012 года Вера Базарова и Юрий Ларионов. Мы бы попросили их прокомментировать прокат сегодняшний. Я сегодня очень довольна своим прокатом, поскольку мне удалось выполнить все элементы. Мне удалось кататься чисто. Это, в частности, по моей вине. Поскольку сегодня допустила серьезную ошибку на прыжковом элементе. Я даже не знаю, очень такое странное чувство. Вроде бы первое место, и все поняли, поздравляют, но какого-то самоудовлетворения, что ли, нет. Ну, ничего, что теперь мы будем еще больше уделять внимание в школу, и с ним чем работать. Юрий? Вопросы? Кого есть? Таня? Да, Вера и Юрий. Может быть, как вы были лидерами после короткой программы, как-то это влияло? Нет какой-то влияния, давления, чувствовало? Особо не чувствовал, потому что мы попадались после короткого отвлечься, все забыть сразу же, потому что через день у нас произвольная программа, с новыми силами, с новыми эмоциями, не задумываясь ни о чем, надо было прокатывать произвольную программу, поэтому мы старались не думать об этом. Настрой, в принципе, был хороший, но не удалось. Еще вопрос такого характера. Дома выступать, оно как? Оно помогает, родные стены? Или наоборот, давление, ответственность больше? На самом деле, наверное, все-таки тяжелее. Хотя стараешься не думать о том, что ты дома, и как бы моя жизнь здесь гостиница, так же, как все спортсмены, но все равно как-то чувствуется. Все уже не знают, и ощущаете себя чемпионом России? Ну, на самом деле, все прекрасно понимают, что если бы были две основные пары, то, конечно, мы бы не были чемпионом. Вопрос к Ксении и Федору. Вы выходили сегодня на лед последние. Почему многие фигуристы не любят длительного ожидания? Вот вчера нам жаловалась Екатерина Боброва, как ей было тяжело настраиваться, когда они выходили последними. Как вы настраивались? Или вообще последние это ваш счастливый момент? Мне нравится катать последним. Я абсолютно насчет этого не волновался. После разминки снял коньки и просто отдыхал, даже не разминался. Как особо не настраивался. Для меня соревнования начались только вот, когда я вышел на лед на программу, не на разминку, а только в конце. Поэтому меня это не сбивает. Мы пришли поздравить вот Дворжик, за которым мы забыли, очень хороший прокат. Как вы сами его оцениваете? Расскажите вот таких небольших мелких ошибочек, которые были. В принципе, были некоторые ошибочки. Если не они, я думаю, что результат будет гораздо
Ну да, конечно, мы в большинстве своем, конечно, справились с программой, но тот же самый акции, да, да. Были мелочи, на которых мы, так сказать, и проиграли, собственно. Но все равно, в любом случае, это уже гораздо лучше, чем было в предыдущих двух сезонах. Мы очень долго шли к тому, чтобы наконец-то катать чисто, собираться на старт так, чтобы выдавать то, что мы показываем на соревнованиях. Обычно на тренировках все делаем, но все-таки когда старт, там очень много факторов, которые влияют на выступление. И наконец-то мы справились с этим и волнением, и вообще со всей этой атмосферой. У Насти все получилось, практически все. И я считаю, что в будущем мы будем показывать еще лучший результат. А вы можете рассказать, что именно изменилось в подготовке, что, собственно, позволило наконец катать все чисто? Собственно, в подготовке особо ничего не меняли. Может быть, мы сами внутренне изменились, то есть повзрослели, что ли, как это называть. Когда у нас постоянно, да, вот эти вот провалы, они тоже, в какой-то степени учат чему-то. Вот, и стараемся вынести из этого какие-то уроки. Я думаю, что в будущем у нас должно уже пойти вперед все. Вот у меня тоже вопрос к Анастасии Алексею. Вот до позавчерашнего дня вашей группы у тренера Натальи Павловой парой номер один считалась парой Илюшечкина и Сурашкина. Можно ли сказать, что теперь произошла рокировка? Как сказать про рокировку? У нас как бы философия такая, что как бы тренер так говорит, кто из вас лучше откатается, тот и будет первым. То есть нет такого, что там давай, Надар, сегодня ты первый, а завтра я. Угу. Такого не бывает. Каждый получил то, что накатал, собственно. У нас нормальные отношения с ребятами, мы прекрасно общаемся, то есть на льду это там все по-другому, это спорт. Как бы. Если ты все сделал, значит ты лучше, если не сделал, проиграл. Как бы. Всегда можно будет исправить положение, взять реванш. Вот. Я думаю, что ребята еще наверстают свое. Не будет шансов. Ни один. Вот у вас сезон на автозаймовке уже не совсем легко. Были как отстали немножко, так как он перепоняла из-за болезни, травм. А как вы вот прогрессировали и смогли выступить так хорошо сегодня? И что это для вас значит, что вы серебро здесь выиграли первый раз на представлении взрослого кинопроизводства? Нам вот, как ребятам, не настолько важно было волнение свое преодолеть, сколько важно было нам подготовиться и просто технически и физически быть готовыми. Вот мы за этот месяц очень много работали, и наконец обошлось без травм все, и поэтому у нас получилось подготовиться хорошо к старту. А то, что про второе место, конечно, в любом случае подняться на пьедестал чемпионата России взрослого, это очень почетно, и мы этим очень довольны и гордимся. Как ты в прошлый раз, Федор, сказал, все запомнят как раз, то есть второе место, несмотря на то, что двух ведущих пар. Я про всех говорю. Нам тоже очень приятно быть в тройке. Еще вопросы? А можно вопрос к Вере? Вы боитесь на чемпионат Европы, поскольку у нас три пятерки, да, вы стали чемпионами России, поэтому верите туда. Какие задачи вы поставите с собой в Шеффилде и что стараетесь изменить в подготовке перед этим чемпионатом? В принципе, мы пока об этом не думали и не планировали заглядывать вперед. Это будет решение нашей федерации. Вот. Но в первую очередь, как и обычно, показать чистый прокат, работу над хореографией, ту работу, над которой мы работаем, показать ее на льду, на представление нашей программы одной и второй. Ну и, конечно же, будем большое время уделять на пришел элемент, чтобы таких обидных срывов у нас не было в дальнейшем. Нельзя сказать, что мы что-то на этом будем изменять, подготовки.
сколько к этому старту мы готовились, в принципе, очень ответственно и как бы довольно-таки долго. И то, что сегодня произошло, даже как-то, не знаю, необъяснимо, потому что на тренировках мы делали чистые прокаты и не выпускали таких ошибок, как сегодня. Еще вопрос есть кого-нибудь? Да, поблагодарим и поздравим наших победителей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.